В воскресенье в России отметят День матери. История этого праздника началась в 1998 году. Тогда его закрепили на государственном уровне и теперь отмечают ежегодно каждое последнее воскресенье ноября. Среди тех, кто услышит в свой адрес теплые слова и поздравления, орловчанка Екатерина Верижникова. У нее большая и дружная семья, четверо детей. Самому младшему 2 месяца, старшему 10 лет. Она замечательная и всегда нас защищает. И даже если она очень долго укладывает малышей, она даже, когда мы уже спим, приходит к нам. И папа тоже. Екатерина успевает все – воспитывать детей, вести хозяйство и воплощать в жизнь творческие идеи. Она фотограф. В семейном бизнесе помогает супруг. Екатерина – идеальная прирожденная мать. Вот, я благодарен ей за то, что она является хранительницей очага нашей семьи. Она все-таки такой стержень нашей семьи. Мы хотели как минимум 2 детей. Ну вот нам повезло, и у нас 2 раза по 2. Для нас комфортно, для нас это здорово. Да, это трудно, это сложно, но это кайф. В этом году в канун Дня матери статус многодетной получили 424 семьи региона. Всего их более 7,5 тысяч.